журналисты замечательные сидят, которые трудятся. Трудятся, пишут, да. Чай пьют. Но как без чая? У них процесс, процесс творческий, он многогранный такой, интересный. Чтобы познакомиться с интересным процессом работы местного телевидения, студию «Видное ТВ» посетил почетный гость, архиепископ Подольский Люберецкий Аксий. Он благословил журналистов и одобрил то благое дело, которое вот уже много лет реализуется сотрудниками телеканала. Для нас это очень важно и ценно, потому что мы тоже придерживаемся традиционных для нашего народа ценностей и будем рады его видеть вновь и вновь. И тем более, что очередной выпуск программы, которая вот сегодня участвует, это великолепно. Я считаю, мы очень благодарны. Недавно формат передачи «Дорога к храму» изменился. Теперь ее авторы и ведущие сами священнослужители Видновского благочиния. Они приглашают гостей, обсуждают вопросы православной веры в условиях современного мира. Это необходимо делать, потому что, во-первых, должен звучать голос церкви, голос верующих людей. И на самом деле очень многие люди имеют искаженное представление о церкви, о верующих. Боятся зайти в храм, да, боятся поговорить со священником. А священники – это не инопланетяне, это такие обычные наши современные люди. Вот. Просто они, наверное, говорят еще не только о земном, но и о вечном. Вот. Поэтому, если это будет звучать на телевидении, это будет только прекрасно. От гостеприимства сотрудников телеканала владыка остался под впечатлением. Но визит его был отмечен еще и участием в православной передаче «Дорога к храму». Очень радостно и трепетно от того, что мы сейчас возвращаемся к этим истокам. И, конечно, меня как священнослужителя, как архиерея на новоназначенной Видновской земле нашей Подольской епархии не может этот факт не радовать. Выпуск передачи «Дорога к храму» с участием архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия в эфир телеканала «Видное ТВ» выйдет в понедельник, 15 ноября, в 17:50. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, «Видное ТВ».